Ой, так ведь это же я. Что значит я? Yeah. Я бывают разные. I gotta be me, I gotta be me. What else can I be but what I am? Здравствуйте. Меня зовут Валерий Верязкин. Я веду блог «Будда в городе». Обучаю медитации, которая называется «Практика осознанности», ну и некоторым другим навыкам работы с сознанием, работы с собой. А в целом же меня интересует жизнь. В первую очередь, человеческая жизнь во всей ее полноте. И не так давно я заинтересовался фразой «подлинная жизнь». Что это такое, собственно, подлинная жизнь? Аутентичная жизнь, полная жизнь, честная жизнь, глубокая жизнь. Можно привести достаточно много синонимов. Я захотел чуть больше разобраться в этом и начать с разговоров с друзьями и вообще с разными людьми. Поспрашивать их, а что они думают о подлинной жизни? Что это такое для них подлинная жизнь? И я надеюсь, что эти наши разговоры будут интересны не только нам, тем, кто разговаривал, но и вам, тем, кто слушает это сейчас. И, возможно, вы даже услышите что-то важное для вас, для вашей жизни, для вашей подлинной, глубокой, полной жизни. Сегодня я говорю с Александрой Львовской. Мы мало знакомы в так называемой реальной жизни. Виделись всего один раз, и то мельком. Но интернет сейчас — это не менее реальная жизнь, чем реальная жизнь. И мы дружим с Александрой в интернете. И даже немного сотрудничаем. Не так давно мы провели совместный вебинар, и сейчас я участвую в ее онлайн-программе «Деньги, смысл, польза». И Александра очень активна и в онлайн-жизни, и офлайн. И ее интересы очень многообразны, но профессионально она сосредоточена на продвижении такого подхода к работе с собой, с другими, который называется embodiment, то есть воплощение. И Александра продвигает этот подход в русскоязычной среде. То есть она практикует это для себя, она преподает этот метод, она работает с людьми с помощью этого метода, как коуч, как психолог. Она работает также и в бизнес-среде. Ну а о том, что такое embodiment, она немного расскажет в этом подкасте. Ну а еще больше информации вы можете почерпнуть на ее ресурсах, на ее сайте, странице в Фейсбуке, специальной группе в Фейсбуке. Ну и послушайте разговор. Лично для меня он получился очень интересным, и я надеюсь, что вы тоже извлечете из него какую-то пользу для себя. Сейчас надо настроиться. Саш, ну вот, вот эта фраза «подлинная жизнь», она что-то тебе лично говорит, или, может быть, другими словами как-то, да, но некая вот, некий смысл, который стоит за этой фразой. Вот она с тобой как-то разговаривает, что-то для тебя это значит, важно для тебя лично? Для меня это сейчас приобрело какой-то новый смысл, новое звучание. Долгое время, ну, то есть большую часть своей жизни я
была убеждена в том, что то, что я делаю в этой жизни, то, как я проживаю эту жизнь, в общем, у меня с подлинностью все в порядке. То есть я, ну, по большому счету, я всегда делала то, что считала нужным в этой жизни, как-то понимала внутри себя эту, не знаю, там, свое взаимодействие с миром и свою реализацию. И, в общем, особенно на этот счет не парилась, но в какой-то момент у меня возникло ощущение, отчасти это может быть связано с возрастом, там мне уже было там, в районе 35, даже больше, что я как будто не живу. То есть... Я, безусловно, что-то делаю, да, я как-то активничаю, у меня есть какие-то результаты, мне есть чем гордиться в этой жизни. Но вот то, что можно на... Но у меня было ощущение, что я реализую себя там на какой-то процент, причем не очень высокий. И там это была одна из причин, по которой я первый раз обратилась, пошла в психотерапию. Пошла к терапевту, и образ, к которым я пришла, это было ощущение, что вот если жизнь – это какой-то поток, и у меня было ощущение, там, не знаю, речка, там, ручеёк какой-то, и у меня было ощущение, что этот поток чем-то завален, каким-то мусором, там, не знаю, какие-то пластиковые бутылки, какие-то там ветки нанесло, какая-то фигня там. И, соответственно, вот это течение жизни, да, вот оно какое-то тоненькое, оно просачивается, то есть я не совсем мертвая, но это, ну, как-то обидно, да, что я не в полную силу. И для меня вот это ощущение подлинности жизни, оно очень связано с какими-то простыми вещами, да, как я могу понять, там, подлинная моя жизнь или неподлинная, мне же изнутри не видно, а внешняя оценка в данном случае ничего не значит. Но вот чувствую ли я, что я вкладываюсь в то, что я делаю, на, ну, если не на 100%, да, но вот по максимуму своей возможности. Вовлекаюсь ли я своим интересом или своим вниманием в какие-то события, или для меня это такое нечто так, на другой стороне улицы, да, что-то происходящее. Делаю ли я то, что хочу? Реализовываю ли я какие-то свои... ну, не знаю, амбиции или мечтания, или воплощаю ли какие-то планы. Вот чувствую ли я этот вкус жизни? Да, вот это для меня такие простые показатели, как я сейчас уже понимаю, которые говорят мне о подлинности своего присутствия в этой жизни и проживания этой жизни. Вот, наверное, как-то так. И для меня подлинность – это какая-то, ну, вот аутентичность, присутствие, то есть это очень телесное ощущение. Вот я как раз хотел спросить, вот, говоришь, когда я чувствую ли я это, да, то вот можешь ли ты чуть больше описать, может быть, а как ты это чувствуешь, да, вот буквально через что, как, какие это ощущения или что происходит с тобой, чувствуешь? Какой сложный вопрос ты задаешь. Ну, мне здесь очень удобно на контрасте. Да, вот как было там, не знаю, еще 10 лет назад и как сейчас. 10 лет назад мне, ну, или там в какой-то момент мне попалось упражнение, которое, ну, его иногда используют, я его сейчас использую с клиентами, которые чувствуют вот такой вот сниженный тонус или такое околодепрессивное какое-то состояние, когда вот этого вкуса жизни нет, да, и там простая рекомендация, да, там обратите внимание, почувствуйте, назовите там, я не знаю, 3 запаха, которые вы сейчас ощущаете, там, 3 каких-то картинки, которые вы, что вы сейчас видите или что вы сейчас слышите, или тактильные ощущения. И для меня это было
раньше совершенно несложно, то есть я говорила, окей, да, я сейчас чувствую, я не знаю, запах цветущей липы, а вот проехала машина, навоняла, а вот там еще что-то, или там я чувствую вкус какой-то пищи, и что? Да, то есть я могу это мозгом фиксировать, но это как будто никаким образом не откликается в моем теле. Это не, я не ощущаю, не чувствую как будто ни радости от этого, ни удовлетворения, ни дискомфорта. Я как будто никак к этому не отношусь, это как будто никак ко мне не влияет на меня. Mm-hmm. Да, то, что я могу сейчас в себе обнаружить, как вот на контрасте, то, что то или иное, например, там, внешнее воздействие, да, или там что-то, что я чувствую, или что-то, что я там, осязаю, обоняю, это я могу обнаружить отклик в своем теле. Это вызывает у меня, там, не знаю, ощущение радости, какого-то удовлетворения или просто приятственности, я могу сказать, ах, как классно, да, я чувствую это всем телом, это влияет на мое дыхание, это влияет на то, что я немножко расслабляюсь, скажем, да, или я могу сказать, что нет, мне это не нравится, да, и, там, и я чувствую mm-hmm. физически, что происходит в теле при этом. И вот эта вот телесная включенность и контакт с телесным переживанием для меня это что-то про, ну, большую включенность в жизни, в этом смысле большую мою собственную подлинность в данный момент. Угу. Ну, тут еще то, что я слышу, правильно ли я слышу о том, что ты сказала, что это еще некий такой постоянный обмен, ну вот со средой, mm-hmm. что ли, да, вот с миром, с большим, то есть твоя включенность в мир, то есть не ты как изолированное что-то, mm-hmm. нечто, да, в том числе от своего тела, там, да, но вот ты чувствуешь запах, и у тебя появляется какое-то отношение к этому, да, и вот какая-то реакция на это, и ты осознаешь эту реакцию. Да, да. То есть это вот какой-то обмен тебя как вот, как... Не знаю, как личности, и как тело, и как вот, тебя, угу. как ограниченную, может быть, своим телом и большим вот этим миром. Но для меня здесь, да, для меня это так, и для меня это тоже такая любопытная штука. Ну вот, как сказать, я как человек, помешанный на телесности, да, и Uh-huh. все время про нее помнящий, не то что ставящий ее во главу угла, но все время помнящий про нее и в своей работе, и в своей собственной жизни, и в понимании происходящего вокруг. Для меня вот тот факт, что мы живые биологические существа, и, соответственно, у нас есть изначально, базово, на уровне физиологии, вот все эти реакции такие же, как, я не знаю, нашего домашнего питомца, которому нравится, когда его гладят, или не нравится, когда его дергают за хвост. Да? У нас все те же самые реакции есть. Сложно обвинить кошку в том, что она живет неподлинную жизнь. Ну, сложно себе представить кошку, которая неподлинна в своем существовании. Со всем ее характером. Сказать ей, ты врешь сама себе. Ты врешь сама себе, да. Что это кошка. Да, что должна быть кошкой. То есть вот это вот такая простая, сейчас вегетарианцы могут обидеться, мясная, да, вот, жизнь, mm-hmm. она в нас присутствует. И более того, как живой организм, мы непрерывно включены в какое-то взаимодействие с окружающей средой. Просто для нас, как для существ мыслящих, это окружающая среда, это не только физические какие-то факторы, это еще куча всякой информационной, куча всякого информационного, текстового. То есть у нас по сравнению с животными, даже с млекопитающими, гораздо больше вот этот вот объем взаимодействия. И более в этом смысле сложные взаимоотношения с другими живыми существами такого же вида биологического. Да? И для меня это тоже такой какой-то
процесс внутреннего перехода, и это то, что сейчас продолжается, да, то, что сейчас происходит со мной, когда я обнаруживаю не просто других людей рядом. Понятно, что я выросла среди людей, я не Маугли. Да, и я умею с ними взаимодействовать, мы все как более или менее социализированные существа умеем это делать. Но понять не только мозгом, что мы каким-то образом взаимосвязаны с другими людьми, но и с физической природой, с информационным наполнением и с другими людьми, но и что мы на самом деле связаны. Mm-hmm. Да, и вот это вот на самом деле, это история про то, что я начала это ощущать телесно. Потому что до тех пор, пока я по тем или иным причинам этого не чувствовала и не находила в этой взаимосвязи не только там опасность или неприятность, но и некоторую приятственность, некоторое удовольствие для себя, для меня это оставалось совершенно умозрительным фактом. Это идея, что мы все связаны друг с другом. А зачем вы вообще? Я тут живу в своем мире, на своей планете, мне тут хорошо. Ну, вы тут ходите, мы умеем как-то взаимодействовать друг с другом, не очень мешая или мешая. Но вот на каком-то другом, более телесном и в этом смысле эмоциональном и интеллектуальном уровне для меня это вот тот переход, который сейчас совершается. Очень любопытно за ним наблюдать. Ну, а в этом переходе ты вот какую-то эту динамику можешь рассказать чуть-чуть? Вот что меняется в тебе, в твоей жизни? Меняется, например, меняется мой способ работать. И так как я всегда была человеком таким, я такой сугубо интроверт. Вот с любой точки зрения, да, мне самой с собой очень и очень хорошо. И по большому счету все мои опыты совместных работ, это было такое, вполне осмысленное, целенаправленное партнерство, да, хорошее отношение к людям, мы вместе что-то делаем, и окей, да, в команде. То есть для меня в этом не было каких-то больших проблем никогда. Но при этом... Вот я сейчас замечаю, что я нахожу пользу, в том числе в деле, в тот момент, и получаю лучшие результаты в тот момент, когда я начинаю думать, окей, а с кем вместе мне хотелось бы это делать? А кто может меня поддержать? Или кому я могу оказаться полезной, да, с кем мы можем найти не только какие-то умозрительные плюсы, да, там ты мне, я тебе, такое нормальное партнерство, да, но и с кем вот эта вот синергия, да, вот когда 1+1 равно больше, чем 2, да, вот как мы друг друга можем нас по-человечески усилить в том, что мы делаем. А как ты это узнаешь, вот, что человеком будет именно так? Это интуиция, да, какая-то. Mm-hmm. Потому что интуиция, по сути, это очень животное чувство, да, разные люди в разном месте это располагают, да, там кто-то спереди, кто-то сзади. Но это интуитивное такое влечение, да, к человеку, когда ты там слышишь человека, смотришь на человека и думаешь, вау, да мы с одной крови. Да, и тогда можно про это как-то... И тогда, может быть, мы что-нибудь можем сделать вместе, и у нас это получится. Или наоборот, вот ты... начинаешь как-то с человеком просто разговаривать или смотришь на него, и телесно тело что-то как-то так, то ли настораживается, то ли поморщится где-то в каком-то месте, да, не обязательно лицом. Но вот это то есть мы можем вместе сработать, если мы очень четко проговорим правила, да, или так как-то. Или это будет какой-то долгий путь совместный такой друг к другу.
Да, то есть это... Мне не нравится говорить... Вот есть такое выражение «работать над отношениями». На слово «работа» плохо. Плохой смысл имеет, да, но... хотеть этого, быть к этому внимательным и в этом смысле что-то делать, понимать, что это не автоматически не происходит, и телесно на это все время настраиваться, это, ну вот, это требует времени, да. Угу. Ну, это как вот сонастройка, там, если гитару настраивать, да, вот, собственно, это очень же похоже, вот этот резонанс струн, да, ты дергаешь за одну струну, другая звучит, и, соответственно, когда мы настраиваем там гитаре эти струны, то мы же, это же не работа, ну, да, это сонастройка, да, вот как раз, да, и, но она требует времени, да. И это какой-то... Ну вот у меня мой собственный опыт, я его долгое время таким образом не думала про него, а сейчас он как-то очень похож. Я в детстве пела, я вообще много пела в хорах. У меня второй альт, поэтому это редкий женский голос, поэтому мною затыкали все дыры. И я вот для меня вот этот вот образ, да, или там музыкальный джем, да, когда ты находишь свое место, ты не теряешь себя, ты слышишь себя, и при этом твое внимание распределено на других людей, и вот это такая живая система, сонастраивающаяся для того, чтобы получить вот этот вот феерический результат. Да, и кайф от процесса сонастройки, и кайф от того, что получается. Вот для меня вот это вот музыкальные метафоры, вот они такие какие-то ключевые. И в этом, опять же, музыканты про это редко говорят с точки зрения телесности, да, но на деле это то, что они делают. Хорошо. Но вот твой вот этот путь сейчас, он действительно как-то очень, ну, как-то канализирован вот через тело, да, через телесность, через воплощенность, именно такую физическую, телесную. И, ну, и, там, для меня это очень понятно, но в смысле, что мой жизненный путь вообще, он тоже был... с очень давних пор уже с этим связан. И мне внутренне это очень понятно, почему это так. Но, соответственно, люди-то нас будут там слушать разные. И, может быть, вот ты чуть-чуть побольше опишешь все-таки, хотя ты уже много об этом сказала, но как вот эта телесность, да, вот эта воплощенность в теле связана с этой подлинностью, и, может быть, как мы можем идти по этому пути? Ну, смотри, для меня здесь это, ну что ли, инструментальная, очень простая штука. Ее делать непросто, да, каждый раз, потому что мы напарываемся на многое в себе, но технически это очень простая задачка. Ну вот я 15 лет танцевала танго и продолжаю там периодически до сих пор это делать уже в собственное удовольствие. Это сейчас не является моей основной практикой. И в этом смысле вот мой путь в танцевании танго, когда я пришла с абсолютного нуля, там, мне было уже за 30, я никогда в жизни ничего не танцевала, мне просто все время как будто хотелось танцевать. И я начала, это сложный танец, потому что это и технически сложно, это взаимодействие с другим человеком, тем более роль ведомой, да, это вообще такая отдельная история, как будто не ты определяешь, что ты делаешь. Ну, в общем, там много подводных камней. Я, естественно, должна была выбрать самое сложное, что есть в социальных танцах. Но это случайно произошло. И... вот у меня все время было ощущение, что вот я же внутри себя чувствую там какую-то силу, да, или какую-то интенсивность, наполненность эмоций, да, вот мне очень хочется, там, я не знаю, как-то так повернуться или как-то так, не знаю, ногой махнуть или еще что-нибудь, там, шаг какой-нибудь сделать, а я этого не делаю. То есть вот это вот ощущение, что я в своем движении это делаю там на 20%, а остальное остается внутри.
И вот это вот как будто невысказанность, невыраженность, это чертовски сложно. Вот, ну, я прям вот там рвала себе волосы на всех частях тела. Потому что мне это ужасно обидно. Или, ну вот, и мой собственный опыт про это, и с клиентами иногда это возникает, когда, там, я не знаю, мне хочется там рвать и метать, да, или мне хочется кричать. Окей, кричи, да, скажи это громко, но, или сделай какое-то там движение сильное, вот вложи в него всего себя. Но наша привычка телесная, выработанная с годами, у нее есть причины, обоснование, история. То есть я не говорю, что это какая-то плохая привычка. Это очень важная привычка, мы благодаря этому выжили и дожили там до сего момента. Но эта привычка, например, там на 30%, да, я сейчас сделаю немножко громко, да, то есть сказать не «Ха!», да, а «Ха!», да, и это, вот в этом месте возникает невыраженность, да, и в этом смысле не, ну что ли, не подлинность какая-то. И тогда получается, что когда мы начинаем... И для этого есть причины. А какие? Значит, ну вот я так аккуратно всегда про это говорю, что это просто телесная привычка, которая сформировалась. Если идти глубже, у нас всегда за этим стоит вопрос любви и безопасности. Вот эти вот два основных камня преткновения, у кого-то больше про любовь, у кого-то больше про безопасность, но это еще и связанные друг с другом вещи. Да? Но я ощущаю, например, свою возможность там, говорить громко, или говорить то, что я думаю, или делать сильное движение, или каким-то другим образом воплощаться, как небезопасно. Потому что если я это сделаю, случится что-то для меня плохое. То есть это как бы ты высовываешь. То есть, ну, это правило. Например, не высовываться, так? Да, или, например, молчать. Или это может быть оформлено в какие-то культурные коды. Да, там девушка должна быть скромной. Да, или там молчи, женщина, твой день 8 марта. Ну, я так думаю, там. Или там, молчи, за умного сойдешь. Да? Ну, то есть. Вот или чего рыпаться. Да? Вот эти все вещи, они и в личной истории у нас у каждого есть, и они не всегда осознаваемы. Например, если человек, как правило, человек, который вырастает в такой сдержанной семье, где не принято там громко кричать, бить посуду или там любить на 100%, да, изо всех сил. А, ну, такой, мы сдерживаем свои эмоции, мы воспитанные люди, мы управляем собой, то вот невольно, это же определенная телесность, да, если я сдерживаю свою эмоцию или сдерживаю свою реакцию, я что-то напрягаю в теле, я как-то организовываю свое тело в пространстве, в какую-то позу. Я как-то, что-то происходит с моим дыханием при этом, что-то происходит с моим взглядом при этом, да. И я научаюсь это делать просто в течение жизни. Более того, для меня это правильно, и для меня это безопасно, потому что если я выйду за эту норму, выйду за эту границу, да, что-то, не знаю, мне скажут там, как ты посмел, да, или не надо так делать, или, ну, что-нибудь. Да, и вот эта привычка тела в связке с ощущением безопасности, она работает в нас. Кстати, еще мне сразу да, можно влезу. Еще же очень сильно это зависит от, ну, вот среды, действительно, в какой мы живем, вот там, скажем, города, ты, да. Там деревня, скажем. И я просто когда-то давно еще увлекся там русским фольклором, изучением фольклора. И ну и вот у нас был там специальный такой курс, вот был такой Дима Фокин, он из ансамбля Покровского, и он вот нам преподавал это. И, ну и вот он просто говорил, что, ну вот они же там в деревнях, они же разговаривают через поле, да, то есть у них голос, он уже вот таким образом устроен, чтобы было слышно, и он такой вот зычный.
Вот. А, соответственно, мы, когда живем в больших городах, мы вот постоянно окружены вот этими стенными углами, закрытыми пространствами. И я просто сейчас вот здесь живу, у нас же море вокруг тоже, Т3, собственно, это с трех сторон, да, полуостров и море со всех сторон, и много этого открытого пространства, хотя вроде это как бы город, да, такой маленький и тоже тесный, но в то же время есть сразу же, вот ты выходишь только вот на окраину города, и сразу же у тебя вот безбрежное там пространство. И вот у этих людей, которые здесь живут, у них вот эти зычные голоса такие есть. Вот, и мы постоянно еще забываемся, потому что еще такая акустика сильная, ну, здесь, вот, опять же, улочки маленькие, каменные все, и вот все время вот эти звуки, вот, и ну, вот я к тому, что сильно зависит от еще вот как сильно этой окружающей среды, конечно, просто такой физической, да? Да. Но вот у меня тут тогда сразу же вопрос вот такой некой адекватности, да? Ну вот, а громкий голос, он так, как метафорически об этом говорил, да? Вот этот громкий, как ты показал, да? Он всегда ли адекватен, да? Нет, вот, конечно. Может быть, да. Вы же не... Просто это... Да, чтобы было, мне кажется, важно, чтобы было ясно. Ну вот смотри, вот то, с чем мы работаем, да, вот Бодиман подходит для нас. Такая ключевая, что ли, тема – это расширение диапазона возможностей. Кто-то может только громко, кто-то может только тихо. Кто-то может только... тонко, нежно, там, я не знаю, принимающе, да, вот, ну, я психотерапевт, да, у меня много коллег, они довольно часто, они такие очень спокойные, тихие, принимающие люди. И в этом смысле любопытная такая, я сейчас немножко, может быть, интерпретирую, ну, вот такая тенденция, да, что когда возникают какие-то вопросы, связанные с социальной жизнью, когда нужно высказать отношения, да, или, там, не знаю, встать и выйти на площадь, или сказать «нет», да, или сказать «да», да, то есть сделать прям противоположное движение и обозначить свою позицию. Да, психотерапевты, они же, ну, у них как бы нет права голоса, да, они скорее, а клиент в этом смысле всегда прав, да, то... вот эта вот профессиональная деформация, да, профессиональный навык и профессиональная телесность, да, ограничивают в чем-то другом. Да, и то, с чем мы все время работаем, мы работаем с расширением диапазона, когда я могу оставаться собой, ну, например, там, разговаривая с тобой сейчас, да, там, спокойным, тихим голосом, да, мне это интересно. Я не читаю лекцию, я ни к чему не призываю, да, у нас такой какой-то один тип отношений, и я в этом смысле одна, да, в каком-то одном качестве. Но если я выхожу на тысячную аудиторию, да, то у меня появляется как бы другой полюс, другие качества, и голос звучит совершенно иначе. То есть, вот история про диапазон собственный, и собственный в этом смысле, там, может быть, репертуар, хотя слово здесь не очень удачное, потому что немножко искусственное, да, я как будто играю, а я при этом не играю, я на самом деле могу быть разной. И тогда у меня появляется возможность выбора. Вот тогда я могу выбирать. Я сейчас буду говорить тихо. Не знаю, может быть, я укладываю спать ребенка. Я же не буду, да, там, как иерихонская труба орать. Да? Угу. А может быть, мне наоборот нужно проявить себя и сказать, я здесь, это мое, это делаю я это делаю, я буду это делать. Да, и стать большим, или активным, или быстрым, или громким, или каким-то еще. Выразить это. Да, вот эта вот история про уместность, да, ну вот она мне очень близка, потому что это какая-то такая моя семейная ценность. И важность вот этой вот уместности,
скромность не всегда уместна, да, громкость не всегда уместна. Вот это вот тонкая сонастройка с окружающей средой и возможность выбрать. Вот. Mm-hmm. И в этом смысле присвоить себе, взять больше прав на эту жизнь, на самом деле, и в этом смысле стать чуть более подлинным. Потому что если я выбираю, да, и это может быть, я просто соглашаюсь с чужим выбором. Это тоже, но это мой выбор, да, я не жертва здесь, что мне деваться некуда. Нет, mm-hmm. это я согласна, да, и я согласна телесно, вот, всем своим нутром, с тем, что сейчас это так. Да, я лечу в самолете, мне неудобно сидеть коленками, там, прижавшись к креслу. Но это мой выбор, это я его сделала. Я могу его принять, я могу принять эти условия. Или могу не принимать и сказать так, все в сад, я каким-нибудь другим образом доберусь до этой точки. Угу. Ну, то есть вот эта подлинность, она связана вот с этой уместностью, адекватностью, да, то есть вот, что мир-то разнообразен, жизнь разнообразна, важно действительно вот это, расширять этот диапазон и, ну, как-то вот отвечать, что ли, адекватно, да, этому, и, соответственно, иметь возможность, да. Просто для меня, например, понятно, тоже всю жизнь вот работал в такой помогающих профессиях, и, в принципе, точно это как-то какое-то исходит из моего там характера, с детства присущая мне вот там какая-то такая просто принимающая позиция, там, да, слушающая. И вот я помню, что одно из, наверное, таких важнейших вообще в моей жизни событий еще давно, там, 20 там, лет было, это как раз на одном из тренингов, там был процесс контакта вот со своим гневом, со своей злостью, со своей агрессией, да, и вот это было очень важно, да, когда я наконец это как-то почувствовал, как какую-то вот живительную силу, да, огромную силу, которая у меня есть, как у любого живого существа, и важно иметь контакт, потому что она действительно, то есть она оживляет. Именно взаимодействовать с ней, иметь с ней контакт, это просто очень важно для жизни вообще. И в том числе для этого какого-то переживания жизни, вот для какого-то чувствования себя. Сейчас появились какие-то, так, в силу обстоятельств, любопытные наблюдения, да. По большому счету, там для нас, опять же, как бы у нас, как у биологического существа, да, там есть полторы задачи. Первая целая задача – выжить, да, и вторая половинка, если удастся выжить, то размножиться. Да, и как любое биологическое существо, мы по умолчанию, да, должны стремиться к тому, чтобы жить. Да, и в этом смысле там бороться за жизнь. И интересно, об этом и Франкл писал в своих книгах. В этом смысле интересно, как люди там оказываются готовы не принять свою смерть как некоторую неизбежность, да, но примириться, да, войти в мир, в лад, как бы с этим фактом. Да, сдаться. Для меня сейчас, сегодня, по крайней мере, история про подлинность жизни как-то очень тесно стыкуется с вопросом, кто выбирает, кто делает. И в этом смысле ответственность как responsibility, как способность откликаться, отвечать на то, что приходит извне, на обстоятельства внутренние или внешние. И я заметила такой любопытный паттерн. Для меня это культурная история, что с одной стороны мы довольно часто сдаемся
ну, как бы складываем лапки. Я проиграл, все, я умер. А, потому что для нас в этом есть некоторое геройство, да, я бился и умер. Но очень часто мы не бьемся, мы сдаемся еще раньше. И вот это вот нежелание, как будто нежелание, страх жить, действовать, ощущать, может быть, потому что в этой жизни нет ничего вкусного, нет никакой радости, есть одна только, там, не знаю, ночь, тоска, ночь, зима, степь, Достоевский, да. Может быть, поэтому, может быть, там какие-то социальные условия у нас это выработали. Но вот ради чего мне все это? Наоборот, лучше с радостью прекратить все эти мучения. Да, вот это вот какой-то такой очень печальный паттерн, я его часто вижу, к сожалению. И мы все, ну, понятно, что мы все умрем, да, но вот этот вот, ну, что ли, испытание, да, вот вызов, который сам факт смерти тебе бросает, да, вот как ты на него реагируешь. Mm-hmm. Для меня, у меня был такой какой-то сильный возрастной кризис, года 4, наверное, назад, когда я понимаю, что я уже наполовину седая, да, мне уже за 40, там уже, я уже не стану там, не знаю, танцовщицей, да, там, я уже там еще что-то не... Кем-то я уже точно не стала и не стану. И какие-то шансы, которые, или какие-то мечты там меня 15-20-25-летние, они уже точно не воплотятся, не реализуются. Просто потому, что есть физиология, есть какие-то возрастные ограничения. Они существуют, это факт. И вообще говоря, я была на тот момент не очень удовлетворена тем, как я живу. И вот эта вот мысль, что, ну окей, ну сколько мне осталось? Ну явно меньше, чем я прожила. И вот я что, я правда вот там, не знаю, там еще там 15-20 лет, вот, может быть, 30, о ужас. Значит, буду вот так же мучиться и страдать. И вот от этой мысли мне стало так рядово, что я сказала внутри себя, нет, я не знаю, как я буду, но вот так я не хочу больше, это точно. И для меня это был какой-то такой поворотный пункт в жизни. И я, опять же, литература нам все время подбрасывает такие примеры, что, вообще говоря, с людьми нечто подобное происходит. И вот в этой точке ты либо говоришь «нет» и начинаешь что-то делать, искать какие-то способы для большей воплощенности в жизни. И для меня это путь через тело. Да, либо ты говоришь, ну, окей, ладно. Подожду, когда-нибудь это закончится без моего участия. Mm-hmm. Ну, то есть... Прости, в сторону так... совсем. Не-не-не-не, мне кажется, это очень как раз, ну, просто в глубину, не в сторону. Потому что это соотнесение со своей смертностью, оно ведь всегда в глубину. Да? И мне кажется, эта подлинность... Она, ну, всегда соотносится так или иначе со смертью, со смертностью, да, что зачем, собственно, ну, вот этот главный вопрос жизни, который Камю задавал, да, стоит ли жизнь, нужно совершить самоубийство или нет, нужно выбрать это, да. Да, ну, я все время спрашиваю, почему ты еще не покончил с собой? Да, да. Окей, и, ну вот если сейчас я как бы вспомню, что мы уже поговорили о чем, и как-то переведу это на какой-то свой язык, значит, получается, что эта подлинность, она связана вот с моим каким-то постоянным контактом с миром, да, я, мир, вот это вот такое какое-то, как мы взаимодействуем, я и мир, да, и какие-то «я как мир» тоже, да, вот какие-то разные мои части внутренние. И также она связана, подлинность, вот с некой вот этой адекватностью этого взаимодействия и с, как бы сказать, как адекватным воплощением своего внутреннего потенциала, да, вот что вот я чувствую,
и найти какую-то форму, которая была бы, вот которую я чувствовал бы как наиболее полную, да, ну, как ты говорила про танго, да, чтобы вот не на 20% станцевать, а на там, 98%. То есть я как бы правильно услышал вот твои основные какие-то посылы? Ну, хотя желательно хотя бы приблизиться к ним. Ну вот да, вот смотри, для меня это все абсолютно телесная история. Вот я в этом смысле совершенно упертый человек. Тем более, что мы это вообще говоря там, знаем про себя, да, и еще лучше знаем про других людей. Вот у каждого из нас есть физические какие-то размеры. Да, кто-то высокий, кто-то низкий, кто-то шире в плечах, кто-то хрупкий. И есть... И я сейчас даже не про внутренний образ тела, да, как я себя представляю, я большой или маленький. Но вот очень часто, и опять же, это и культурное, и персональное, и там и ситуативное, и какое угодно, там можно встретить человека, который маленький. Мы его видим маленьким. У него могут быть там какие-то, там мы можем как-то описать его движения, там, не знаю, как робкие, или там небольшие, или сдержанные, или там слабые, ну, то есть дальше весь лабан-анализ нам в помощь, да. Но вот это вот ощущение, да, что вот я маленький человек. И что дальше из этого следует? Да, что я, может быть, ничего не решаю, или что я, может быть, ничего не могу, или что, может быть, я нуждаюсь в поддержке, или что, ну вот, я не действую, да, и в этом смысле там я жертва. Да, и, например, это, ну, меня это вообще не касается, моя хата с краю, ничего не знаю, да. Ну, то есть вот все что угодно. И это телесная непроявленность, невоплощенность телесная, да, она напрямую взаимосвязана, коррелирует, да, там сейчас уже начали появляться исследования, слава богу, на эту тему, что это одно, да, не просто там две вещи связаны, это вообще говоря один и тот же, не знаю, комплекс чего-то, да, и есть люди, они вроде бы невеликие, да, или там некрасивые, или там имеют какую-то disabilities, ну вот, но их много. И их много и через их деятельность, и через их тексты, и через их присутствие. Да, вот в этом смысле Ника Вучич, да, такой пример. Дело не в том, какие у него физические ограничения или физические возможности, или насколько он прекрасен душой и интеллектуально, да, а просто вот ты на него смотришь, и ты понимаешь, что это большой человек. Да, например, Ника Вучич, как пример такой, ну, как бы телесной воплощенности. Он даже когда он сидит на столе, он кажется огромным, он кажется человеком большого роста. Да, и это абсолютно, ну вот, это про телесную воплощенность. И дальше уже из этого, там, если посмотреть, что эти люди говорят, что эти люди пишут, что они делают, да, это история про... дальше это становится словами, идеями, деятельностью, активностью, влиянием на других людей. Мы видим в этом ответственность за свои собственные решения, за свою собственную жизнь. И то есть это взаимосвязанные штуки. Для меня не существует слов отдельно или идей отдельно. Неважно, это сложные там, интеллектуальные конструкции, там, моральные ценности, кодекс строителя коммунизма, там, неважно что. Есть простой пример, опять же, ну вот про взаимодействие, про себя и взаимодействие с миром, сложный пример.
Да, вот медитация мета, любящей доброты, она, понятно, там все учителя ее дают по-разному, люди практикуют по-разному, но там есть один очень простой аспект, телесный. Когда я там ставлю себе образ там, себя или другого человека, или когда я произношу какие-то слова, меняется ли что-то во мне телесно? Я каким-то образом ощущаю что-то, не знаю, обычно люди говорят, что там будто там дыхание расправляется, или какие-то напряжения уменьшаются, или там, не знаю, ощущение теплоты возникает там в области грудной клетки или еще где-то. Да, вот это происходит, когда я желаю добра себе или своему ближнему, или незнакомому человеку, или там, не знаю, всему сущему, да, или врагу. Или не возникает. Ну, я, по крайней мере, в практике часто сталкивалась с тем, что люди делают эту медитацию, но они остаются, например, такими же злобными, да, или остаются такими же раздраженными, или также гнобят себя и говорят, что я ничего не могу, и я ничего не в состоянии делать. Да, у каждого какая-то своя сложность в этой медитации на своем этапе. Но вот эта вот история, что если я делаю это телесно, да, вот что-то такое телесно ловлю, пробую, ведь ну, мы же сознательные существа, мы даже в ситуации нарушенности нейрологической управляем так или иначе своей телесностью. И вот если я стремлюсь телесно к этому состоянию, воспроизвожу телесно это состояние, да, тогда я на самом деле чувствую то, что я говорю. Да, и в этом смысле я и аутентичен, и я и подлинен, и я могу чувствовать сочувствие, сострадание, любовь к своему врагу, например. Может быть, мне придет, как говорит мой учитель Пол Линдон, может быть, мне придется тебя убить. Но я сделаю это с уважением, с любовью к тебе, и ну, вот, не буду ни из злости, да, ни из состояния злости. Да, вот такая вот тонкая здесь штука, тоже еще про подлинность для меня звучит. Да. Хорошо, Саша, ну, даже будем завершать, и я просто хочу в завершении спросить, ну, вот ты как человек, помогающий, собственно, людям идти к своей этой подлинности, как-то искать себя и поддерживающий их на этом пути, вот, и я хочу, ну, попросить тебя, чтобы ты чуть-чуть рассказал, что ты предлагаешь, как, да, вот, как люди могут там к тебе обратиться, ну, понятно, что я дам ссылки, но вот чуть-чуть, может быть, от себя... Ну, мы работаем, я говорю мы, потому что нас больше, чем я, да, нас как минимум в России уже много человек, а так, в принципе, это идея, этот подход, который практикуют специалисты разных направлений, там и в терапии, и в коучинге, и в обучении, и в телесных практиках. По всему миру много специалистов. Будем он подход, как... Когда вот эта вот внимательность к телесным проявлениям и к телесной воплощенности, это те ворота, через которые мы начинаем двигаться. Да, можно через слова, можно там через какие-то другие способы. Мы это делаем через тело, потому что это самый прямой такой и простой технически способ входа. И когда мы помогаем людям научиться замечать и в этом смысле осознавать свою телесность на уровне дыхания, позы, напряжения, скорости движений, качества движений. Мы работаем с очень простыми вещами в этом смысле, абсолютно бытовыми. Как я сижу, как я стою, как я двигаюсь сейчас, как я иду, например. И даем инструменты, в этом смысле у нас такая очень обучающий, что ли, подход, да, или помогаем найти собственные инструменты расширение диапазона возможных телесных проявлений.
И это, собственно, все, чем, ну вот, это очень простая вещь, чем мы занимаемся. Просто дальше оказывается, что научившись какому-то новому телесному качеству, например, быть больше, да, или быть мягче, или быть там, научившись двигаться там, в другом направлении, чем я привык, например, не назад, а вперед, да, или не только вниз такая интенция тела, но и, скажем, наверх, или не только внутрь, но и наружу. Вот просто очень простые вещи. Что-то происходит с тем, как я думаю про окружающую действительность, с тем, что мне кажется возможным или невозможным, с тем, куда я прикладываю свое внимание, во что я вкладываю свое время, свои усилия, в то, как я зарабатываю деньги, например, да, что происходит с моими этическими представлениями, забочусь я о природе или не забочусь, покупая или не покупая полиэтиленовый пакет в магазине. Да, ну, вот какие-то, это я сейчас про себя, да, какие, я никак, ну, я считаю, что природу надо сохранять, так, глобально, но никаких эмоций по поводу там, вырубки лесов Амазонии я никогда в жизни не испытывала. А тут поймала себя на том, что когда мне предлагают пакет в магазине, я делаю, вот, у меня внутри все сжимается. То есть мое, да, как, почему-то вдруг мое тело стало против полиэтилена. Вот я это просто заметила за собой. Что со мной случилось? У меня в голове ничего не менялось. Я ничего специально про это не делала. Там, на манифестации не хожу, петиции не подписываю. Да, то есть вот как будто меняются отношения с окружающим миром в каких-то самых разных областях. Когда мы начинаем обнаруживать, как я на самом деле на это реагирую телесно и эмоционально, и интеллектуально, и в отношениях, и в действиях. Вот такими простыми вещами мы занимаемся, но это оказывается удивительно эффективно и удивительно быстро. И мне кажется, почему я вот так вот повсюду кричу «embodiment, embodiment», «телесность, телесность», потому что мне кажется, что за счет повышения внимательности и чувствительности в первую очередь к собственному телу, да, а потом, да, дальше, соответственно, и к телесности других живых существ, да, когда ты начинаешь себя ощущать живым, вот я не робот, я не зомби, я не автомат, я не такси для мозга, да, я живое, да, то тогда и рядом обнаруживаются живые, и из этого очень много всего происходит. Начиная от законодательства, заканчивая, не знаю, способом разговора с продавцом в магазине. То есть для меня вот это какой-то такой, ну, действительно, вход, да, код, который помогает что-то менять. Ну и, соответственно, если говорить о форумах, то ты проводишь и онлайн всякие программы, с тобой можно индивидуально консультироваться. Да, у нас есть онлайн программы разные по разным темам. У нас есть, я веду индивидуальные консультации, мы работаем с бизнесом, с корпоративными задачами, с такими классическими корпоративными задачами. Там, лидерство, продажи, коммуникации, стратегии, ну вот, самые разные. Широкий спектр, да, и оно все работает, да, и это большой опыт, накопленный и нами, и нашими западными коллегами. Вот, соответственно, там я работаю, да, работают мои коллеги, мы обучаем работать с этим, у нас есть большая годичная программа для тех, кто несет с собой изменения в эту жизнь, в этот мир. Вот, и да, мы переходите на нашу сторону, у нас тут печеньки, у нас тут живое у нас тут, да. У нас тут жизнь, да. Хорошо, Саш, спасибо большое. Ну, как-то очень, кажется, был такой содержательный и вот, ну, глубокий разговор, мне показалось. Ну и, во всяком случае, я очень так резонировал практически со всем, что ты говорил.
Спасибо. Вот. Ну, я думаю, что будет полезно тем, кто нас будет слушать. Ну, ладно, давай тогда на связи. Да, спасибо. Давай, счастливо, пока. Ну что же, это все. Спасибо вам за внимание. Я надеюсь, что этот разговор был интересным вам. И если у вас возникли какие-то вопросы или комментарии, то пишите мне или Александре, и мы обязательно найдем время ответить вам лично. А если вопросов наберется несколько, то, возможно, мы сделаем еще одну программу с Александрой и обсудим их. И если вас заинтересовала Александра Львовская и ее деятельность, то заходите к ней на сайт, который называется «Тело в дело» bodyforbiz.ru. Прямую ссылку вы можете найти в моем блоге в посте, посвященном этому подкасту. Ну и если я заинтересовал вас собственной персоной, заходите ко мне buddhavgorode.com. Всего вам доброго и надеюсь до следующих встреч. И помните, каждое мгновение у вас есть выбор. Сделайте лучший. А теперь идите и медитируйте. Счастливо!